каждый вечер в эту ясную и холодную осень. И каждый вечер ежик с медвежонком собирались то у ежика, то у медвежонка и о чем-нибудь говорили. Вот и сегодня ежик сказал медвежонку: «Как все-таки хорошо, что мы у друг друга есть!» «Вот ты только представь! Меня нет! Ты сидишь один и поговорить не с кем!» «А ты где?» «А меня нет!» «Так не бывает!» «Я тоже так думаю! Ну вдруг вот! Меня совсем нет! Ну вот что ты будешь делать?» «Пойду к тебе». «Куда?» «Как куда? К тебе домой. Приду и скажу: ну что ж ты не пришел, ежик? А ты скажешь: вот глупый». «Что же я тебе скажу, если меня нет?» «Если тебя нет у себя дома, значит, ты пошел ко мне. Приду, а ты здесь, и начну что? Ругать». «За что?» «Как за что? За то, что не сделал, как договорились». «А как договорились?» «Откуда я знаю? Но ты должен быть либо у меня дома, либо у себя дома». «Но меня же нет». «Значит, ты пошел по делам и еще не вернулся. Я обшарю весь лес и тебя найду». «Ты уже все обшарил и не нашел». «Побегу в соседний лес». «И там нет». «Переверну все вверх дном, и ты отыщешься». «Нет меня, нигде нет». «Тогда я побегу в поле и закричу: ежик! И ты услышишь и закричишь: медвежонок!» «Вот». «Нет, мне ни капельки нет, понимаешь? Ну что ты ко мне пристал? Если тебя нет, то и меня нет, понял? Я обязательно, ты слышишь, я обязательно приду к тебе, что бы ни случилось, я всегда буду рядом. Ну что ты молчишь?» «Я верю».